И всем привет, с вами Хилл, и сегодня что более подготовленный подкаст, поскольку прошлый подкаст не оправдал мои ожидания, он был наскоро сделан, без текста, без музыки, ничего не было, даже своего собственного интро там не добавил. Ну так вот, объясним, что, я сейчас объясню, что будет выходить на моем канале. На моем канале будут выходить различные блоги, также соцопросы, то есть я буду ходить к людям на улице, спрашивать у них из интересующих меня темы. Вот, скоро выйдет, через дней 5, так выйдет новый... Точнее, первый новый пилотный соцопрос по поводу Руслана Соколовского. То, что его, кстати, ему, конечно, будет контингент молодого поколения, но старое поколение также, может быть, знает об этом из СМИ. И будет вопрос насчет постройки, открытия Владивостокского океанариума на острове Русском. А так, сначала начнем о себе. Я, Федя, живу на окраине России, на юго-восточной окраине. Не живу в Владивостоке, если быть точнее. Климат приятный, мне нравится. Люди общительные, добрые, и все понимают. Также тут есть немало количества ютуберов, но они достигли мирового уровня, то есть даже не мирового уровня, а уровня России. То есть у них уровень такой, как бы 200-500 подписчиков, не более. Ну вот, я решил выделиться, самым первым быть таким. А начнем теперь то, что с чего началось это мое. Моя мания к ютубу. Впервые я задумался деятельность на ютубе, это еще было лет 5 назад. Тогда я был маленьким шкедом, который думает, а почему если Лололошка, Фрост, Евангай и все прочие могут снимать, а я не могу? Я нашел себе камеру, но так и ничего не сделал, потому что тогда я еще не мог сознательно думать, и видео получилось не очень, я его удалил. А вот недавно, вот полгода назад, я залил первый свой подкаст, и в нем было более подготовлено. Но все равно без текста, без света, без ничего. И до сих пор, если это нет, я снимаю в определенном свете, чтобы было хоть более-менее удобно. Ну и, наверное, думаю, все. А нет, подождите, не все. Я решил, что же может быть такого сложного? Взял камеру, говорю текст, даже придумываю его из головы. Но все же я, когда связался с этим впервые, я понял, что нужен текст, нужна камера, нужен свет, нужна даже целая команда, чтобы один еще за монтаж, другой за рекламу или пиар. Так что покупать или продавать его. И сам я, который будет снимать видео, выкладывать их в сеть, но уже полностью отмонтажированные. Также у меня будут выходить всякие скетчи, возможно, с другими девостовскими ютуберами, если мы с ними договоримся об этом. Также, возможно, в скором времени я начну выпускать игры, точнее, не сам выпускать игры, а на них обзоры. Сколько я приобрету себе скоро новый компьютер. Ну, а на этом, думаю, все. Всем удачи. Желаю вам успехов. Если хочешь стать ютубером, удачи. Ты должен пытаться. Если это не твое, ладно. Если твое, то дерзай.